Сегодня мы находимся на одном из наших полигонов. Здесь проводятся тестовые испытания оборудования компании «Ступор», оценка тактико-технических характеристик и определение предельных значений, таких как пример функционирования системы в неблагоприятных природных условиях. Сегодня у нас температура окружающего воздуха порядка минус 20 градусов, сильный ветер. И именно в таких условиях не только тестируется, но и функционирует система «Ступор». Итоги тактико-технических испытаний являются не только выявление предельных значений, которых я сказал, но и модернизация системы в целом. Испытание оборудования в условиях вашего объекта позволяет нам подобрать для вас оптимальное решение для защиты воздушного пространства от проникновения беспилотных летательных аппаратов. Основой любого устройства, конечно же, является программное обеспечение. Программное обеспечение ПАК «Ступор» является по своей роде уникален, потому что на своем борту может организовать архитектуру не только собственного оборудования, производства «Ступора», но и сторонних, тем самым расширяя и масштабируя системы в рамках того или иного объекта. В комплекс «Ступор Шторм» и вообще в любой комплекс, произведенный нашей компанией, может доснащаться и доснащается системой подавления, которая представляется нескольких видов. Самая главная задача системы при получении сигналов об обнаружении беспилотного летательного аппарата – запустить алгоритмы подавления.